18 ноября отмечается день рождения самого главного и любимого новогоднего волшебника Деда Мороза. Традиция отмечать этот праздник появилась недавно, в 2005 году. А вот письма дедушке дети многих поколений пишут из года в год. 16 ноября сама Снегурочка торжественно открыла почту Деда Мороза в парке на Лазутинке. Каждый день ребята могут принести свое письмо и пустить в красивый ящик. Причем это могут быть не только желания и просьбы, но и поздравления для Дедушки Мороза. Авторам трех самых лучших писем Дед Мороз лично вручит награды 28 декабря в Одинцовском парке.